лет идет четкая политика «разделяй и властвуй». Я думал, честно говоря, что эти выборы немножко отрезвят представителей парламента, но так не получается. Безусловно, нельзя. Это закон не защиты украинского языка, это закон против всех русскоязычных в нашей стране. Он абсолютно людоедский, в стиле Германии 1933 года. Я абсолютно сейчас уверен, что голоса в зале найдутся, но я хочу, чтобы наши украинцы, граждане Украины, не расстраивались, и мы этот закон обязательно отменим сразу после выборов в парламент. Я абсолютно уверен, что этот закон негативно повлияет на наши отношения со всеми соседями, в том числе с венграми, с румынами, с болгарами, даже с поляками. Это абсолютно глупая норма, и это часть политтехнологии уже почившего в бозе президента. И очень печально, что все на этой волне ура-патриотизма пытаются заниматься глупостями, которые способствуют такому, знаете, центробежному ускорению, да, наших регионов. То есть страна должна быть комфортной, страна должна быть равных возможностей. И нет никакой языковой проблемы и угрозы. Чи можливо якось буде його оскаржувати після того, якщо він буде проголосований? По якихось нормах, бо кажуть, що Венеціанської комісії можуть виникнути запитання до цього закону? Я вам скажу, очень много вопросов и по процедуре, поэтому у нас подготовлена целая линия защиты наших граждан, да, соответственно, способов оспаривания и по процедуре, и по сути данного законопроекта. Я уверен, что весь цивилизованный мир будет с нами. И если вы видели требования наших стран-соседей, да, в первую очередь венгров, которые блокируют на сегодня все евро и НАТО, устремление Украины по причине как раз притеснения прав и свобод национальных меньшинств, компактно проживающих на территории нашей страны, то я думаю, что все-таки все вместе мы сможем отменить эти, еще раз повторю, людоедские нормы, абсолютно не способствующие консолидации общества и построению сильной Украины. Те, кто не могут предложить Украине будущее, обычно копаются в прошлом и разделяют по культурной или религиозной особенности той или иной группы наших граждан. Это глупость, и это не приведет к никаким позитивным сдвигам. Закон про президента. Я знаю, що ви прихильник саме парламентсько-президентської республіки. От дивіться, те, що зараз пані Сироїд пропонує, те, що зараз взагалі збираються винести на голосування. Там кажуть, що дуже обмежуються права президента. Чи має так бути? І, можливо, ви вже трохи ознайомилися з тими нормами, які там прописані. Чи будете ви підтримувати те, що зараз пропонують? Ну, я 5 років послідовно говорю, що пост президента в нашій країні лишній. Це однозначно. И люди, когда попадают в это кресло, теряют голову, да, и начинают потихонечку сходить с ума, образовывая такой перекос в парламентской республике в сторону одной или другой группы наших граждан. Да? Ну вот условно мы видели, какую позицию занимал президент Порошенко. Да? Он навязывал полностью чуждую для жителей, которые живут в центре, на юго-востоке нашей страны, и чуждую идеологию. Поэтому я говорил об этом, это было в моей программе еще 7 месяцев назад. Но надо понимать, что делают сейчас сыроиды и подобные представители. Где они были раньше? Почему, когда президентом был Порошенко, они не выходили с подобными инициативами? Это сейчас такая слабая попытка противостоять возможным изменениям и расследованиям тех преступлений, которые может обеспечить новая власть. В лице Зеленского, нового парламента, это не важно. То есть сейчас таким образом пытаются забрать у него возможность назначать генпрокурора. Я считаю, что это, конечно, должность должна принадлежать в первую очередь оппозиции, и есть соответствующий закон об оппозиции. Но тут надо понимать обстоятельства и цели. Это не связано с построением парламентской модели в нашей стране. Это связано с желанием избежать ответственности за те людоедские законы, которые противоречат Конституции, которые были приняты на протяжении прошедших 5 лет. Вот, в общем, так. Валентин Писаренко зараз збирає підписи про відставку Андрія Парубія. Чи підтримали б ви таке рішення, чи взагалі от багато ваших колег говорять про те, що навіщо зараз, вже скоро, в принципі, парламентські? Реально, чому саме зараз? Чому раніше, тим більше Верховна Рада, коаліції, як такої, вже немає давно? От він каже, що погано працюють. Погано працюють і погано ходять вже давно. Чому саме зараз і чи на часі? Валерия Писаренко я хотел бы поправить. И хочу вам сказать однозначно, проголосую сразу и немедленно. Я думаю, что так как попирались нормы регламента последние 5 лет, не было прецедента в Украине никогда. Я считаю, что это позор Украины, да, от внутреннего до внешнего содержания. И самое главное, это человек, который способствовал принятию всего
того, что противоречит основным нормам Конституции в нашей стране. А это преступление. Я абсолютно уверен, что любой человек справится с этой задачей гораздо лучше. И менять необходимо не только его. Менять необходимо всех тех, кто был союзниками, и даже, наверное, не союзниками, а соучастниками всех преступлений, которые совершала власть и режим последние пятилетку.